снимать распаковку посылки с сайта Мыло Опт. Значит, в посылке всегда находится документ с наименованием, расценкой и количеством товара. Дочечка мне помогает. Что? Что такое? Я заказала две формы. Это конфетка мне для набора и елочка. Новый год у нас прошел, мне елочка это очень нравится, я ее взяла. Вдруг не будет на следующий год. Дочь у меня уже ее забрала. Дальше. Такая вот баночка для скрабика я взяла для себя. Она на 150 грамм, пластиковая, очень неплохая. И бумажные формы тоже для скрабов. Вот они такие маленькие. Как раз на один шарик скрабика. Очень удобно для подарков или на продажу. Взяла плунжера. Они очень дешевые, три штучки, тут сердечки. У меня таких не было, взяла. Стоят они там копейки. Дальше. Взяла себе ленты упаковочные на 6 мм и на 10 мм. По целому тут по 33 метра, если я не ошибаюсь, вот такие вот. И самое основное, конечно же, это основа. Основа российская, Сооптима. Килограмм белой основы и 2 килограмма прозрачной. Прозрачную я уже брала, мне очень понравилось. А белую беру попробовать. Раньше всегда пользовалась английской, вот взяла теперь российскую. В принципе, все. Посылка вся. Всем спасибо за просмотр. Ссылка на этот магазин будет под видео. Заказывайте, очень рекомендую сайт.